Yesterday on the beautiful Japanese Zoom, we were talking about the ninth verse of Manah Shiksha, where Raghunath Das Goswami called Radhika Mad Isha. You remember? Yeah. And I want to ask also for Russian devotees the importance of fixing the Ishtadev in the very beginning of the practice, because it is said that you must be more fixed on Gurudev, especially in the beginning, and the Guru Bhakti will give you all the perfection. It is said like this, but I want you to comment this thing about fixing on Ishtadev from the beginning of the practice. Я задала вопрос про Иштадева и важность зафиксировать своего Иштадева в начале практики. Prabhupada said, Guru Parampara is important. Прабхупада сказал, что Гуру Парампара очень важна. Why? Because the leading lineage of Guru is important. Living Guru. Почему? Потому что очень важна линия преемственности гуру. Because we take time to understand the things. Потому что у нас занимает какое-то время, чтобы понять вещи разные. No. So why we need living guru? Because that I can clear my doubts. И зачем нам нужно как бы отойти от гуру? Это для того, чтобы прояснить свои какие-то сомнения. Living guru — это живой гуру, как бы гуру. Living, do you mean like we need communication with the living guru? Living guru, communication. То есть и зачем нам нужно общение с живым гуру? Для того, чтобы прояснить какие-то наши сомнения, выяснить, что мы не знаем. I can receive his vibration and I can share with him where I'm blocking myself. То есть во время этого общения я могу поделиться с ним, задать ему вопросы и выяснить, где у меня какие-то, ну, как блокировки, неправильные понятия. And he removed the blockage. И как раз Гурудев, он и помогает нам избавиться от этих неправильных вещей. Sometimes he become very angry also. Иногда он очень злится на нас. He not become angry to the devotee. He become angry to that blockage what he see. И он злится тогда не на преданного, а именно на то неправильное понятие, ту блокировку, которую он видит. Because his divine vision can see very details inside us. Потому что благодаря своему духовному видению он очень хорошо видит вглубь преданного ученика. And who is not ready to remove his blockage? Then he understand is not right time to say something. So he say yes, 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 yes. Very good, very good, very good, very good. А если какой-то преданный, он еще не готов, как бы, ну, избавиться от этой неправильного понятия или блокировки, тогда гуру ничего особенно не говорит, он говорит да, 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 как бы, ну, не настаивает. And say, become angry also. And say? Same guru become angry also. Но также еще гуру злится. When we become more close to him, then he can see details blockage, and he talk to that blockage to go out. He want to push that. When he gets the blockage. Ну, также он злится, когда преданный, ну, как бы ученик, он приближается к гуру, и при этом он старается избавиться от этой блокировки, от неправильного понятия, но она не уходит. If the blockage is there, I cannot grow. А если есть эта блокировка, это неправильные вещи, то мы не можем расти и продвигаться.
and he is only interested to help and serve. This is his service. Гуру, на самом деле, он только старается помочь и служить, потому что это и есть его служение. And sometimes he gives time that by chanting and by association we can remove our problems. И также он дает время, ну как бы ждет, когда благодаря повторению святого имени и общению с преданными тоже ждет, когда эти блокировки уйдут. If I have no faith in his listening and believing in him, I will not listen. А если я не верю в то, что он говорит, и не слушаю, ну, и в то, что он говорит, и не слушаю, то в результате я не слышу, да? То есть мы можем слушать, но мы все равно не слышим. And if I have 20% faith, I get 20% faith. Если мы принимаем слова, ну, можно сказать по-русски, воспринимаем, да, близко, серьезно слова на 20%, тогда мы и слышим только на 20% его слова. 60% faith I receive 60%. Если у нас вера развита на 60%, тогда мы воспринимаем уже, слышим то, что говорит гуру, на 60%. 100% faith, 100% I receive. А если мы на 100% верим, да, словам гуру, тогда мы на 100% и получаем. And then he is very happy because now the blockage makes us not to believe other things. What I see, I believe, and what I don't see, I don't believe it. И вот эта блокировка, она мешает нам видеть и верить, потому что если я вижу что-то, то я верю, а если я не вижу, то я не верю. And why not we believe? Because I don't see. А почему мы не верим? Потому что мы не видим. Right. Правильно? Right. He says soul existing, I don't believe soul. Ну, мы, кто-то говорит, да, он говорит, мы не видим и мы не верим. Why not I can see soul? Because I have a totally material blockage. Material thing is more important. I can very easily see, and I don't even believe that soul exists. Если гуру говорит про душу, да, но мы не видим эту душу. Почему? Почему мы не видим душу, хотя он говорит? Потому что мы настолько погружены в материальное, у нас настолько все покрыто этим, ну, материальными вещами, мы просто не видим этого. I go to the in the front of deity and I think that this deity is not a living, is a Buddha. It is what? Buddha? Buddha, wooden, stone. Wooden. Buddha, I see Buddha. Но мы видим божество какое-то и мы не понимаем. То есть, ну как, мы смотрим на это божество, и мы не понимаем, что оно божественно, да, мы видим просто дерево, деревянное божество. Because my mind is wooden, my body is wooden, I see wooden. Потому что consciousness is wood, material, is stone. Потому что у меня. I see what I can know. But the person who come in the relationship with the Lord by the grace of mercy of Gurudev, love and care and closeness, I can realize it that he's not, he is my goal. And Gurudev do this. А почему, почему мы видим дерево? Да, потому что ум у нас деревянный,
мы сами деревянные. И вообще мы как камень, да, то есть мы видим только то, как бы во что верим, что понимаем. И вот как раз благодаря гуру, благодаря общению с вайшнавами, у нас идет очищение, понимание, и мы больше начинаем понимать, видеть и слышать. And this way many guru require. You see, you have a, maybe you come from Christian background, you have a Jesus, you come to different place, you have a guru. Something is development happen in life. Some feelings grow, I go to the more higher, more higher, more higher. Мы все, ну, многие, да, многие люди приходят из каких-то других религий. Например, большинство из нас пришли из христианской религии, у нас был Иисус. То есть у нас все равно был какой-то гуру, учитель, да, к которому мы прислушивались. И постепенно на протяжении жизни наши вот эти чувства, осознание, понимание, они увеличиваются и увеличиваются. То есть происходит рост. Даже если мы приходим из другой религии, все равно есть гуру. But you see hidden path of devotion, Narayan Maharaj is writing that at the time of initiation, who has a previous sukriti, previous sanskara, means sukriti means previous realization, it wake up, it open. By at the time of initiation. И Нараяна Махараджа в сокровенном пути преданности он написал о том, что во время инициации, получения инициации, открывается тот ученик, который имеет предыдущие самскары, да, у которого есть уже реализации в прошлом, они уже были. И когда дается инициация, то происходит этот толчок и понимание, ученик открывается. That moment he starts get mercy. И вот в тот момент ученик начинает получать милость. And some not. А некоторые не получают. Takes time. Потому что надо больше времени. Takes time because previous also not faith was there, now also not 100% faith is there. Почему? Потому что раньше у этого ученика у него не было веры на 100%, и сейчас тоже сразу она не появляется. The moment we got the faith in my yesterday. Will start loving to Gurudev, undoubtedly that I got the mercy of my Ishtadev because of him. И в тот момент, когда мы верим в Иштадева, да, в этот момент мы начинаем любить Гурудева без сомнений, то есть, ну, несомненно, не сомневаясь ни в чем, потому что мы понимаем, что вот по милости Гуру мы получили Иштадева, и мы можем видеть его. Gurudev cannot do. The person has to do. Gurudev mercy can come to you, to us, but I have to effort myself for removing my blockage. Видите, Гурудев сам не может за нас все сделать. То есть, да, он дает милость, но нам нужно тоже со своей стороны открыться и принять, и поверить. И тогда эта милость, она поступает. То есть она есть, но ее нужно принять. И тогда идет безусловная любовь и вера в слова. Because they are my old friend, not easy to leave them. What friends? Блокадж. А, блокадж. Как сказал, смешно. Потому что мои друзья, мне их так тяжело оставить. И я спросила, какие друзья? Он говорит, ну вот эти блокировки наши друзья. Не покинуть нам наши блокировки никак вообще. Любим мы их. All friend give this feeling, why you are leaving?
I was so many times compared to you to be living in your material body. I am so many times helping you every time to be happy and living. What you are doing, new thing, you don't know what is the future. Вот эти вот наши старые друзья, старые друзья, вот эти блокировки, они настолько прицепились, они настолько как бы в нас, что когда мы начинаем что-то, как, ну, пытаемся поменять, то как бы, ну, как типа они друзья говорят, что ты делаешь, куда ты уходишь, я же так давно с тобой, уже столько жизни, все время помогаю тебе быть счастливым, столько радости дарю, зачем? Пусть остается. I'm your real friend. Я твой настоящий друг. No. I will not do anything surprising. No risk. I don't want to die to live. I don't want to do anything new that I don't know the future, what will happen to me. Нет, я не хочу ничего менять, я не буду ничего менять, я не буду рисковать, зачем мне куда-то вот что-то начинать, а зачем мне умирать ради того, чтобы жить, зачем мне что-то делать, как-то продвигаться, пусть все остается как есть. Material person nature to collect and protect, but they don't want to lose it. Природа... How many collections you see in my table? Only material person nature, you see, collections. Only collections. Material nature, collecting. Материальная природа — это собирать, да, собирать какие-то вещи, собирать что-то вот коллекционировать, собирать хлам, можно сказать. И вам показывают на стол, говорят, вот посмотрите, вот вам пример коллекции. Материальная природа, видите, сколько вещей. Вот я собираю, то есть, ну, как бы чисто пример такой материальной природы нашей. They cannot live. They will calculate 1, 2, 3, 4 glass. Why you collect 4 glass? Let's do more. Нет, он говорит, ну, человек не может жить, он сидит и считает, сколько там у меня этих чашечек, вот у меня 3, 4, 5 чашек, так мало, надо еще больше чашек, еще надо больше чашек, как так мало. And you say you have to leave these glasses. Then you will know another thing. I will say, no, I cannot leave this glass because this is my old friend. I cannot live without water. I cannot live. Or you can drink from water, but I will not leave it. You know, it's a material nature. То есть нужно оставить эти стаканчики, да, например, оставьте их, двигайтесь вперед. Нет, как мы говорим, нет, как же я оставлю эти стаканчики, а как я буду жить без них, а воду как я буду пить? А нужно оставить для того, чтобы упустить что-то новое. А мы вот зацепились в это вот и не отпускаем. The spiritual nature say you have to leave your attachment, then you know the divine. You can see that. А духовная природа, она говорит, отбрось все свои привязанности, оставь все это, и тогда ты увидишь, ты начнешь жить. And Gurudev, I say navigator, but Gurudev navigator, lovingly, fighting, friendly, motherly, fatherly, loverly, anything, many ways used to deal us. А Гурдев, он, я называю... How one can leave attachment in material world and to reach there, to see that. А Гурудев, как я называю, это навигатор, да, то есть это наш путеводитель, то есть он ведет нас по-разному, и с любовью, и относится к нам и как мама, и как папа, и как учитель, то есть абсолютно по-разному, разными способами, но он все равно, хоть так, хоть этак, но он все время пытается привести нас, да, и показать нам, что нужно отбросить все эти привязанности и прийти к духовному сознанию. And what is my love and attachment in glass?
when I cut, I cannot live without love, right? Nature to love. А в чем so, суть? So you no need to cut, you grow the love divine and you feel that love, then your this material attachment automatically go out. А почему у нас такая сильная привязанность, и мы не можем избавиться от нее? Потому что мы любим. Мы просто любим, да, этот стакан. У нас есть любовь, потому что у нас вся наша суть — это любовь. Но мы привязаны к другому, а нам нужно переключиться на духовную сферу, да, идти в другом направлении. И не нужно переставать любить, нужно просто любить в правильном направлении. И вот тут вот как раз гуру и помогает, он ведет нас, показывает, как это делать правильно. And he gave intelligence also. Также он дает разум. To feel it, see it. Чтобы это почувствовать и увидеть. And when I feel, I start loving to this to them, my Radharani, my Swami. А когда я чувствую, я начинаю любить моего Иштадева, мою Радхарани, мою Свамини. Then it's very big missing term. Because with body I can serve him, but it's not practical to serve by human body to Radha. То есть, ну тут как бы я могу служить телом, да, но в то же время не совсем. So, do you mean not practical? To serving to Radha. We need a spiritual body. А для служения Радхе нам нужен духовный тело. I have to remove my covering, that become my sadhana. I have to remove my covering to be her servant all the time. Для того, чтобы служить, мне нужно духовное тело, да? Для Радхи, но для того, чтобы это тело получить, в этом-то и проблема. То есть мне нужно избавиться от вот этих неправильных установок, вот этих вот блокировок и всего остального, потому что из-за них, из-за этих привязанностей, из-за этих блокировок мы не можем развить в должной мере это духовное тело и не можем тогда служить. When you want to reach for higher, then you start a forward for that. Yes, I have to do. I want this to be close with her. Then Gurudev said, then you need Sarup. Without Sarup, you cannot be close to her. И тогда получается, что когда у преданного появляется вот это чувство, желание, да, что я хочу служить, я хочу быть с ней, я хочу делать что-то для нее. Гурудев говорит, тогда сварупа нужна, потому что без сварупы никак не получится служить. So, you can do service of Krishna with your sadhakadehi. Вы можете служить Кришне в садхакадехе. No problem. Никаких проблем. You can do service of in your sadhak deha raga bhakti. Также в сага бхакти можно заниматься садхака дехи. You can feel motherly love in your sadhak deha. Вы можете чувствовать материнскую любовь в садхака дехи. You can love, give love, friendly love in sadhak deha. Также вы можете испытывать дружескую любовь в садхакадехе. You can serve also to feel Krishna I'm serving in садхакадеха. Также вы можете заниматься служением и любить Кришну в садхакадехе. You can also work with Krishna in садхакадеха as a pacific, no relation. What do you say? No relation. Passive. Neutral. Neutral relation.
to God. I believe you as a God. You are God. I don't want to relate with you. Также можно do this. Также можно служить Кришне в нейтральной таком, с нейтральным настроением, да, просто понимая, что Кришна Бог и все. And 10-20 years I used my time to get to think as a God too. Итак, waste my time. Итак, можно 20 лет, а так можно 20 лет служить. No religion as a God, I believe you. Narayana Upasana. Молиться Нараяне. Vaikuntha Vas. Vaikuntha Vas. Vaikuntha, I want to be in heaven, to become like you. This is also one more. But I have no feeling of love to you. I want to be a God. Да, то есть, и получается, когда мы говорим, о, Нараяна, то есть я хочу служить тебе, я хочу попасть в рай, я хочу быть среди твоих преданных в раю, а потом даже появляется чувство, что я хочу быть Богом, да, и так годы проходят, раз, и 20 лет прошло уже. I was in South America, I see many want to be a God. Jesus devotees, they want to be a God. Я вижу очень много людей, они хотят быть Богом, как там, Иисус. Иисус, да. Wow. Очень, очень хотят быть Богом. Here also see, they want to be a God. Okay. Ну да, они хотят быть Богом. But you ask from the friends. And friends are also a different category. But the Sridham, Sudham is the friend who can freely meet and share with Krishna. That is also one friendship. Where no seniority and juniority is there, sometimes he becomes horse and sometimes he becomes horse. Также есть и дружеские отношения, да, когда мы как Субал, когда мы хотим дружить с Кришной, и тогда у нас появляются отношения, появляется чувство, да, когда мы можем обмениваться чувствами друг с другом, а не просто там знать, что вот есть Бог и все. Riding on Krishna, oh, you are my horse, run faster. Скакать на Кришне, это как лошадь, да, как о, да, да, Кришна, ты мой конь. This is the one friend. Бегать, да, с ним, это и есть пример дружбы, дружеских отношений. But the problem is this, that Radha Dasi has to know by his sarup. That is the problem. Ну вот у нас. Without going to the sarup, Radha's mercy not come. Но проблема-то заключается в том, что для служения Радхи нам нужна сварупа. И без сварупы нам не получить это служение. В этом вся проблема. Радхи. Yes, Krishna say, I will open the curtain of Radha. You will not know before that. If I will know that you like to live in the soul consciousness, then I will remove the curtain. 10-10 Bhagavad Gita. И Кришна говорит, что да, я открою вот эту занавес, я открою эту как бы пелену, покрывающую сознание, но сначала нужно прийти в сознание души, да, духовное сознание, нужно принять душу, и когда вы будете на этом уровне, тогда я вам уже открою следующий шаг про Радху. You believe yourself, that is assigning you. If you don't believe your soul, you know assign Krishna. Но сначала нужно принять Кришну, да, поверить, принять Кришну. Если вы не верите, значит, вы не приняли Кришну всем сердцем. Right or not, Mara?
Правда? Правильно, Махарадж? Unsigned means you have to believe some part and parcel of that. Если вы приняли, да, как бы подписались, то есть с ним, а приняли его, то вы должны верить. Вот что это значит, верить. You cannot do. And иначе when you believe, then is open curtain. And is all mercy of Gurudev. И когда вы поверите, тогда... Когда вы поверите, тогда открывается вот эта вот занавесь, и тогда идет эта милость, да, тогда поступает милость, а он как навигатор, путеводитель наш. So this Guru Kripa bring to the East Kripa, and East Kripa bring to the your Sarup. Your sarup will never come if you're not fixed in his death. Guru Kripa приходит к ученику, а потом эта Guru Kripa, она приходит к сварупе. И только тогда эта сварупа появляется. И тогда уже идет и привязанность к Иштадеву. Это все взаимозависимо. Is the East Kripa that where desire come to be in sadhu, and then you do sadhana for that. То есть благодаря милости Гурудева появляется желание быть в сварупе, и тогда у нас идет, а уже происходит садхана. So I say Gurudev is the navigator. Гурудев — навигатор. He is always with us. Он всегда с нами. If the sarup come, also we need navigation. И чтобы появилась сварупа, нам тоже надо вот это как дорогу показать нам. Also, when I am in sadhak deha, also I need navigation too. To reach to the East Dev. And when I come to East Dev, also I need navigation to come to myself. И нам нужен навигатор, чтобы прийти к Иштадеву, и также нам нужен навигатор, чтобы прийти к сварупе и получить ее. And if I get sarup, then I also need navigation that how to move now. И когда я получу, и даже когда я получаю сварупу, мне все равно нужны наставления, да, и мне все равно нужен навигатор, чтобы двигаться дальше. I first Gurudev give name to me. Name. Why? To clean. Name is for body to clean myself. Сначала Prabhupada give name. I say you are on story. Then devotee asks how much to chant. He say 1 lakh. Ask to any devotee. He say 1 lakh you have to chant. Гурудев дает имя, да, имя нам, ну, в смысле не просто имя, а святое имя, да. То есть зачем? Чтобы мы повторяли святые имена. Харинаму дает посвящение. А зачем это нужно? Для того, чтобы мы повторяли, чтобы мы очищались. И Прабхупада, например, он давал посвящение в Харинаму. Сколько он говорил повторять? 1 лакх. Лакх, а лакх — это 64 круга. И вы можете спросить у других преданных, кто знает, они скажут то же самое. That is too much for me. Okay, 16 do to maintain it. But 16 will never work. You know this.
16 will maintain you that you are doing something. Maintain you how much? 16 is maintenance that you are devoted. Ah, you mean just to stay with Vaishnavas. И вот, ну, эта история он рассказывает, да, что вот он дал и говорит, повторяй один лак. Прабхупада говорит, а он говорит, ну, ученик говорит, нет, это очень много, 64 круга, я не смогу так много повторять. Он говорит, ну, хотя бы 16 кругов повторяй, тогда это будет поддерживать тебя на том уровне, чтобы ты мог просто оставаться преданным в этом, ну, в обществе вайшнавов. Но этих кругов 16 недостаточно для очищения и для продвижения. Это только вот чтобы быть на плаву и не уйти от вайшнавов. Ten days you have a time. Take out 10 days holiday from everything. And do 1 lakh chanting every day 10 days. What happened, you will see automatic result in your life. 1 lakh chant. And see the result, what will happen to you. You decide. Chant 1 lakh 10 days minimum in my life. Sorry. Chanting for 1 lakh round for 10 days. Да, и вот он. Yeah, I understood. I just didn't want to interrupt you, so I understood what you said. То есть. Он говорит, что, ну, это если тебе много, ну, тогда давай вот сделай так. Выдели 10 дней, может быть, отпуск какой-то там или какое-то время, выдели 10 дней и повторяй 64 круга. Вот прям реально каждый день 64 круга и один лак. И ты посмотришь на результат через 10 дней, вот минимум. И потом человек, если он хотя бы 10 дней повторит подряд, у него появится вот это чувство, что я буду всегда повторять 64 круга, минимум 64 круга. All Riddhi and Siddhi will start coming to you. I give you this, I give you this, I give you this. 10 days. And if you do this, where you can reach, you don't know. Просто повторяйте один лак каждый день по 64 круга, и тогда с вами начнут происходить чудесные вещи, да, удивительные, то есть вам будет приходить какие-то, как их назвать, не знаю, способности или еще что-то, да, то есть это будет приходить, у вас будут какие-то осознания, и вы даже сами не знаете, к чему все это приведет, то есть человек, он даже не представляет, что будет дальше. Many things. Guru is important, history is important. This was the question. Sorry, I am taking a long time. But I say you, Guru is important, navigator is important, and goal is important. A navigator cannot be a goal, and goal cannot be a navigator. То есть гуру очень важен, да, важно, чтобы был навигатор, он нужен, но также еще и важна цель. И нужно уважать как бы гуру, да, следовать, но в то же время не переключаться на гуру, потому что все равно цель, она важнее, и не нужно целью ставить только гуру. То есть гуру, он очень сильно помогает, но нужно все равно быть сфокусированным на цели. In the case of Mahaprabhu, the life is the way and life is the goal. No, that is one after. First we have to know the navigator. And we have to know the goal. Goal is this, that we have to fix one time. If you have no fix in Radha Krishna, and you think that love is a goal, is not working. Don't mix up here. You have to fix the form. When you fix the form, that I am my Ishtadev is Radharani, then it comes there.
And when your Manjari Sarup is there, then it's going on. Not in Sadhak there. То есть нужно с гуру, когда you have to fit the form with this eyes to be meditate, not other many places, one place. One is to say, this is Radha, this Radha is my Ishtadev, this Krishna is the lover of him. This has to be fixed. One, all the deity has different forms. You cannot do that. One is most important. Like a wife has a one husband, all man is not his husband. Similarly, one fixed. That is more important. Right? Without that, is not of Ishtadev. Hello. Да. Нужно сфокусироваться, как нужно. Сначала там вопрос был тоже вот насчет вот, цель это Иштадев, цель это любовь, и он объясняет, что сначала нужно принять гуру, то есть четко принимать Гурудева, и также нужна четко цель. Но цель должна быть не просто как бы абстрактная такая Бог, любовь, как бы в общем, а должно быть очень конкретное, что это Радха, Радха мой Иштадев. А Кришна — это любимый Радхи, потому что божеств очень много, да, божеств разных много, настроений много. И если мы будем как бы распыляться на разные божества, это неправильно. То есть у нас должна быть четкая цель — это Радха, да, Радхадасим. У нас есть гуру, который ведет нас к Радхе. То есть мы концентрируемся на служении Радхи, принимаем при этом Кришну, и постепенно у нас идет прогресс, тогда появляется… Тогда появляется сварупа, да, потому что сварупа нам тоже нужна для служения Радхи. То есть это все должно быть поэтапно. Но для этого сначала нужно сфокусироваться, понять, что да, наш Иштадев — это Радха. Вот. И тогда мы с помощью нашего гуру, да, придем, обойдя все вот эти вот блокировки, друзья старые. I am the way. My goal is God. Krishna is the goal. My goal is Krishna. Но когда мы придем к Радхе, она может сказать, что она путь, и ее цель это Кришна. When we go to the Krishna, my Radha is the way, you are the goal. И тогда мы придем к Кришне, и мы говорим, моя Радха — это путь, а ты цель. He said, yes, yes, I'm the goal. But I'm also, for me, is she the goal. She is my goal. Он говорит, да, да, ну я цель, но для меня, лично для меня, Радха — это моя цель, она моя цель. Then we go to Radharani to say, Hare Krishna, say, you are the goal, I come right place to you. И тогда мы идем к Радхарани и говорим, ну, Кришна вообще-то сказал, что ты цель его. Hare, he is the liar. He is my goal. He is the my goal. А она скажет, да, врет он все, как, какая я цель, это он моя цель. Это он. Не я. And we are their pastime, their pastime. He said he is my goal. And he said he is my goal. He is my goal. He is my goal. И так они живут, да, что она говорит, нет, он моя цель, а он говорит, нет, не я цель, она моя цель. И так они обменятся друг с другом все время. Then my navigator Manjari Sarup, Siddha. Sarup of Manjari, of my Guru Manjari. He said, yes, yes, I see you. Hare Bhai, here, love is the way, and love become goal. That is Manjari.
тогда появляется Маджари Сварупа, да, постепенно она проявляется, и тогда мы начинаем понимать, что любовь — это путь, и любовь — это цель. I don't believe this. He was, he can be a goal. The goal is God. Every place in the philosophy goes like this. А как же, я не верю, ведь везде написано во всех, ну, все философии, все понятия, что Бог — это цель. And Gurudev said, no. You see the Chaitanya? He took the mood of Radha. Means inside the mood of Radha. Krishna took the mood of Radha. И тогда пример Махапрабху, да, Кришна, он перенял настроение Радхики. His philosophy. Gurudev said to me, this is Mahaprabhu. He said that, Arre, he took the mood of Radhika. Вот, посмотрите. He appeared Krishna, but he took the mood of Radhika and he covered himself with Radha that he don't want to go out. You know, see Chaitanya. Вот посмотрите, Шри Чайтанья Махапрабху, да, это Кришна, но он перенял вот это настроение Радхики не просто, он полностью себя покрыл этим настроением, он настолько в это погрузился, что он не хочет выходить оттуда. Ему так хорошо, и он полностью в этом настроении. And Mahaprabhu is Radharani herself, but he practiced Manjari Bhav to serve Radharani. So do that. Махапрабху — это также Радхарани тоже, а Манджари Бхава — это как раз то настроение, когда мы можем служить Радхе. That is the, our Manjari, Guru Manjari teaching. Это то, чему нас учит Гуру Манджари. Our Rati Manjari teaching. Рати Манджари нас учит. Our Rupa Manjari. Рупа Манджари нас учит. That is the Rupanuga. И это Рупануга. Right, Maharaj. Here it comes. When right. Manjari Rupa, in the teaching of Rati Manjari in Rupanuga. Рати Манджари учит нас Рупануга Баджану. And our Guru Manjari is following to Rati and Rupa Manjari. А наша гуру Манджари следует за Рати Манджари и Рупа Манджари. Any guru say? Who is, who is realized guru, they all follow Rati and Rupa Manjari. And they are all in the service of Radharani. Наш гуру что говорит? Что все реализованные гуру, они следуют за Рати Манджари и Рупа Манджари и служат Радхарани. И вот здесь вот мы видим, что любовь — это цель. What my guru Manjari inspired me, I explained to you. I don't know anything. And I was not prepared for this. He's a Chaitya Guru inside my heart. То, что я... He is sitting and guiding me, and he is talking, and I'm listening with all of them. Все, что я сказал, я не готовился к этому, да, так говорить. Это я ничего не знаю, это просто Чайтья Гуру, да, который сидит в моем сердце, мой Гурудев, он все это сказал, и он говорит, а я просто сижу и слушаю. My Guru Manjari and Rati Manjari and Rupa Manjari change the whole philosophy. Рупа Манджари, Рати Манджари, Гуру Манджари, они дают вот это объяснение всей этой философии, всем этим вещам. The love is the way and love is the goal. Любовь — это и цель, и путь. If you are in Sadhak Deha,
love is the way and God is the guru. When you come in Rupa and Guru line, love is the way, love is the guru. That is Mahaprabhu. Если вы в садхагадехе, то целью является Бог, а если вы рупануга, да, если вы следуете этому пути, то любовь, она и путь, и цель. Prem rupayat him. Radharani say, and Radha rupayat him. Gajadhar mantra is telling Radha rupayat him. Prem is Radha rup. And Mahaprabhu and Radharani, Prem rupayat him. And what is this mantra? It's the Gajadhar mantra. Panchatattva mantra is Radha Rupaya Dhimahi, is a Gajadhar mantra. То есть Гайатри. То есть Гайатри мантра объясняет, что здесь говорится, что Радха, да, она сварупа любви. То есть Радха как раз и является этой любовью. Аре прем, аре Радха Сакти. Is the prem, what you see in the plant, animals, and all creation of the universe is all Radha Rupayat. Radha Shakti is this. То есть Радха Шакти, она является чем? Она является этой энергией любви, которая нисходит к нам в виде творения, всякие животные, живые существа. Это все результат этой премы. When you remember Radha Gayatri, there is a Prem Rupaya Dhimahi. Если вы повторяете Радха Гаятри, тогда у вас вот это появляется чувство премы, да? Здесь как раз говорится о Радхе, как о источнике всего, источнике любви. This Radha is nothing is a Prem Rupaya Dhimahi. Радха, она и есть Према Рупа. You see? Right, Suniti? Правильно, Суните? Very deep, Gurudev, and always nice to listen from you. Thank you. Вы очень глубоко все объясняете, очень приятно слушать ваши объяснения. Today, Maharani is asking me, can you explain about this? There is some paper. I say, paper? I don't have. I can give you, but you not understand. You have to sit with me and listen, then I can explain you. And she was so mad. She go to the bed and sleep on the pillow and meditate. Yeah. So I say you, this is no difference. In Prem and Radha and Prem, no difference. Radha Shakti is Prem. Нет разницы между Радхой и Премой. И также Гурудев говорил, что когда меня спрашивают, у меня нет бумажки, по которой я читаю ответы, и я просто, ну, мне задают вопрос, я объясняю, что человеку непонятно. I answer your question. Dada Gurudev, can I share something? Yeah, 100%. I want, you are not sharing, I am feeling, missing you very much. I am just enjoying to learn from you. But I want to share what you were speaking in the beginning also with the obstacles and in the guru-disciple relationship. Суните, есть вопрос. Ну, сказала, что очень приятно слушать, и Гурудеву приятно видеть, Суните.
И вопрос насчет препятствий у учеников. I feel that personally to come close to a teacher, like in a personal relationship from person to person, that actually is a very a deep process. Я думаю, что чтобы развить вот эти личные отношения между гуру и учеником, это очень глубокие и личные отношения. Because if we have a teacher from the distance, then it is like something that can be very friendly and nice and very, you know, formal. It's a formal relationship. Если у нас, например, отношения с гуру такие на расстоянии, ну, нет близкого такого контакта, то это какое-то более, ну, как официальное отношение, да, то есть нет такой любви, взаимообмена. But when we come very close to each other, like you said, in a personal relationship, like in a family. Но если мы с гуру развиваем такие близкие отношения, они становятся личными, такими как в семье, например. And then the deep cleaning process is another level. Тогда уже происходит очищение, процесс очищения происходит на другом уровне. So I like very much how you explain that when we come closer to our personal level with Radha or with Guru Manjari or with our Guru. Мне нравится, как вы объясняете, что когда у нас развиваются близкие тесные отношения с Гуру Манджари, с Радхой, с Гуру. And then the layers of the ego are scratched more deeply. И тогда уже идет как отцарапывание уровней эго нашего ложного. It's always nice to say hello, Guru Dev, I love you, I love you. Очень, очень, конечно, прекрасно говорить. Привет, Гурудев, привет, я люблю вас, там, я люблю вас. But when we come in the direct service and then the, you know, the purification comes, then it's painful also because, like you said in the beginning, we don't want to give up our old habits of comfort and ego and surrounding. Но когда наши отношения с Гурудевом развиваются и становятся глубже, тогда и наше очищение становится болезненнее, потому что, ну, мы начинаем погружаться в самого себя и начинаем понимать, какие у нас недостатки, и работать над собой, и это может быть тяжело. At least this is in my case, because I can see that sometimes I take 10 steps back. Например, вот если говорить обо мне, с моим примером, то иногда я чувствую, вижу, что я делаю 10 шагов назад. Могу сделать. Just not to jump for that one new experience and new faith. Для того, чтобы сделав эти 10 шагов назад, я сделала всего лишь один шаг вперед, но зато это будет новый опыт для меня, новый прогресс. So what to speak if we want to approach for the spiritual body? Что же говорить тогда, если мы хотим развивать духовное наше тело, приблизиться к нему? We need this closeness with the Shri Guru. Нам нужна эта близость Шри Гуру. Because the prema particles from their heart will come into my heart. Потому что вот эти птицы премы из их сердца, они придут в мое сердце, попадут. And with this kind of dust, because now in Radharasa Daniti we have the subject, this is the dust of the lotus feet of the Vaishnava of Guru Manjari and also, of course, the dust of Srimati Radhika, which they carry in their hearts. Потому что это пыль, да, это пыль со стоп Шигуру, Гуру Манджари, со стоп Радхики. И как раз мы это обсуждаем в Радхараса Суданитхи. Вот здесь читаем про пыль с лотосных стоп. И именно эту пыль мы носим в своем сердце. And these prema particles, they will have this effect of purification and also revelation. И вот эти вот частицы премы в нашем сердце, они и произведут это очищение и дадут откровение для нас.
So thank you, Rudy, for giving this light. And it was like a very self-flowing and very deep explanation of Guru Tattva, Guru Manjari and also Radha Seva. И спасибо большое, Гурудев, за то, что вы сегодня нам так подробно это объяснили, показали и объяснили про Гуру Манджали, Гуру Татву, Гуру Севу. And we were asking ourselves, Govinda Mohini and myself, we were in contact and thinking that actually we would think that if we are in the service of Guru Manjari, we would serve in the same kunch like her, isn't it? И мы вот обсуждали с Говиндой Махини вот это, если мы служим, делаем гуру севу, то мы окажемся в одной кунже, делая севу с нашим гуру. But in our in our Mahini has a kunja, separate kunja. Yes, that's why we are thinking in our pranali, we know in what you have given to us, they have a separate kunj, but we serve also together. How is this to be like understood? Everybody has a separate room to me. Сейчас задам вопрос, Суните, что мы обсуждали это, вот и есть у каждого кунджа, да, но мы же служим Гуру Манджари, значит, мы можем попасть в куджу с Гуру Манджари или как? И Гурудев говорит, что у каждого есть свой дом. But it's not that I have one room or I have one flat. That I don't go to meet with my Guru Manjari in his flat, no? So means that everyone has a separate seva, but at the same time, is a manti seva, is a mental. What do you say? Mental thing. No? Mind, I have to go there. Means it's a seva. The mind is bringing me blockage. Na? Mind has to be fixed for one-pointed. Mind maker, if my mind is one-pointed, no blockage is there. Ну, например, да, может быть квартира и несколько комнат, да, если мы говорим об этом, но тут надо понимать, что сева, она прежде всего в уме у нас, да, находится, и мы умом как бы находимся в этой кунже, да, вместе, но для того, чтобы мы находились умом, нам нужно избавиться от этих вот блокировок, от этих препятствий, которые у нас, чтобы мы могли быть однонаправленными, и тогда мы сможем туда попасть, и нам ничего не будет мешать. Are but my mind go to the senses, then blockage comes. My mind is one pointed, my senses will not make me block. Senses will not go, but it's not blocking me. То есть если у нас ум однонаправленный, да, и если он очищен, то мы тогда полностью идем к этой цели, и наши чувства не мешают нам, если ум у нас сфокусирован. Mind goes in eyes, there is blockage created. My ear, mind goes in ear, then it starts not listening. My mouth starts talking bad about others, means my mind is in my mouth to think on do and that. My goes mind in my senses, they start active to work. So if my mind is doing, this mind has to be fixed one-pointed. That is the point here. А что получается очень часто с учеником? Ум, если, например, ум погружается в глаза, как концентрируется на глазах, то мы что-то видим, да, что нас уводит от этого цели. Если ум у нас погружается в уши, то мы начинаем слушать, да, и это нас тоже уводит от цели. Если у нас ум погружается в язык, то мы начинаем говорить какие-то нехорошие вещи, да, которые тоже нас уводят от вот этой цели, когда мы говорим об однонаправленности цели. Вот, и в результате вот этот ум, он спускается в разные части тела, можно так сказать, и в результате мы не можем быть однонаправленными. То есть нам нужно ум наш сфокусировать на одной цели и идти к этой цели, а не распыляться вот на разные объекты, послушать, поговорить.
I have a question then. Do you understand that to fix the mind, it's the best way, as you say always, it's chant, like chanting. That's why you say about one lakh. So it's really helpful to the mind will jump. Mind nature to move. Yeah, yeah. Be relaxed. When you are chanting, you stop again, he moves. Disturb your mind not to chant. Then again you do, then he again disturbs. You want to press, you are pressing to the mind to centralize and he's jumping out. Again you bring to mind to fix, again he jump out. Like this, mind chanting can make very, very smooth the mind and blockage removing. And then realization, one flash will come in chanting, you will surprise after that. Your greed will automatic increase. Some realization. But 10 days, sure realization. 10 days, do with sincerity. See and that. After that you will feel, name is the way to realize something. And is there the way to realize myself? Я задала вопрос тоже сама. То есть получается, надо сфокусировать ум. Я вас спросила, значит, то, что, о чем мы часто говорим, повторение святых имен, значит, это очень сильно помогает нам, и это нам и нужно. И Гурудев говорит, что да, потому что когда мы повторяем святые имена, вот это повторение, оно как бы подавляет ум, потому что ум, по сути, он очень подвижен, он все время чем-то занят. И если мы не повторяем, то у нас сразу начинаются какие-то волнения, там мысли, разговоры, еще что-то, и мы уходим от нашей цели. Начинаем повторять все, ум, вот эти чувства, они успокаиваются, спокойнее все становится, и при спокойном уме мы уже можем легче и проще концентрироваться. Плюс мы повторяем святые имена Рады и Кришны. Вот. И как раз это очень важно. Поэтому он еще раз повторяет, вот сегодня с самого начала зума было, что нужно повторять святые имена. И когда идет это повторение, наш ум успокаивается. Повторяйте. Он говорит, повторяйте, и тогда вы увидите, что произойдет. Реализации появится, да, осознание появится, прогресс пойдет, и вы будете поражены тем, что будет происходить. То есть люди, которые не повторяют палакху в день, они даже не представляют, что с теми, кто их повторяет. Попробуйте и поймете. Suniti said one very nice thing. I love my Gurudev. Right? She said, the what means love? What he is doing, I want to serve his assistant, like assistant. That is the meaning of love. I want to do, if you like Radharani, I want to be also Radhasar. This is the I love Gurudev. Because he, what he likes, I want to do that. That is the following to the Guru and loving to the Guru. That I want to say, my mind flying. So I want to say this. Love is not that material love. I love Guru. Why? Because I want to follow his way. What he likes to do for Radha, I also want to do. That is the meaning of love to Vaishnava. Суните очень хорошо сказала ранее, что я люблю Гурудева. Но давайте подумаем, что такое любовь? Вот что значит «я люблю Гурудева»? Это значит, значение «я люблю Гурудева», это значит, что я делаю то, что делает Гурудев, то есть я следую за ним, я следую, вот он служит, и я тоже вместе с ним служу. То есть, как у нас часто пишут, доставить удовольствие, да, Гурудеву, то есть я следую за ним, за его саданой. И
делаю то, что он говорит, следую его наставлениям. Это все и есть любовь. Second thing is what I feel, I'm never far from my Guru. Very far. Never far from him. Never far. I'm very close to him. I never. You should feel. You should feel that far, way. I am never far. I'm only doing what he instructs me 24/7, and I am with him. Mm-hmm. That is the meaning of with Guru, love Guru. Да, и вторая вещь про любовь, да, любовь Гуру первая была сказана, вторая вещь, что значит любовь? Это я всегда рядом, я рядом с Гурудевом. И что это значит рядом с Гурудевом? То есть я делаю те наставления, следую наставлениям, о которых он говорит, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то есть постоянно. И таким образом, выполняя его наставления, делая то, что он говорит, следуя садхане, я и нахожусь рядом с Гурудевом. Всегда. Every moment he is talking through me, every moment he is doing through me and guiding to my mind, everything he is helping. I'm never far from him. Я никогда не нахожусь. That is Guru. Я не нахожусь далеке от Гуру, то есть каждый момент он говорит через меня, каждый момент жизни он делает что-то через меня. То есть у нас всегда идет очень тесная связь. Постоянно. My Gurudev always there. Мой Гурудев всегда со мной. Всегда. Всегда. He never leave me. And he is never far from me. Он никогда не покидает меня, он всегда со мной. He appears, there is no disappearance. No disappearance. He never disappears, why I will believe he disappears. Он никогда не исчезает из моей жизни. Он всегда в моей жизни, и он всегда рядом со мной. Why even and what is my existence? If he disappeared from me, no existence of me. Как я без него буду, да, если он исчезнет, как я без него буду, где помощь? Yeah. Who will guide me? Кто будет направлять меня? You never leave navigator if you know reach to the goal. Никогда нельзя оставлять навигатор. If I reach the goal, but after that what to do? I don't know. I need again navigation. I know need him all the time. Right? Никогда не. Right. Никогда нельзя оставлять гуру своего, да, потому что вам нужен навигатор, он нужен все время вам, постоянно. Но даже если вы достигнете своей цели каким-то образом, вам все равно там нужен будет этот навигатор. А что вы дальше будете делать, когда вы туда придете? Вам все равно нужен проводник. Никогда нельзя оставлять гуру. And all his expression. Сикша гуру is expression. All the soul nearby me who is devotee, they are all my guru expression. Even they are my disciples, but they are all guru expression.
they are all teaching me. If I know see in every place, my Gurudev is no meaningful. И гуру, он учит мне. What is my Gurudev expression? Гурудев, он учит не только вот напрямую, вот лицом в лицо, там, и слова какие-то. Шикша Гуру. Шикша Гуру, да, все ученики вокруг, преданные там, с кем вы общаетесь, это все учение гуру. То есть он не только лично должен вам говорить какие-то слова, но это учение, оно приходит отовсюду, от близких людей, с которыми вы общаетесь, от Шикша Гуру, от каких-то преданных, да, из Санги, еще где-то. Это все учение гуру, не обязательно только вот личные слова напрямую. Это все его забота. Akhanda Mangalakaran, all Akhanda, all the creation of the Lord, Mangalakaran. Why it become Mangal? Because Vakti Janam Characharam, he show me that every place I stay there, and where I stay, I cannot live without my Ishtadev. Akhanda Mangalakaran, Vakti Janam Characharam, Tad padam darshitamene tasmai Sri Guru Vahinava. He show, he catch my hand and bring everywhere where the Ishtadev is there and who bring there and show me is all my Gurudev. All. Цитировал Гурудев стихи, да, санскритский объяснял, что гуру, он везде, он берет за руку и ведет меня везде, и он вокруг, вокруг меня. И то есть нужно понимать, что Гурудев, он проявляется в разных вещах, и его наставления, и его слова. И нужно попытаться это понять и увидеть это, потому что Гурудев, он везде со мной. И он нужен. Agyanata, he removed my ignorance. Убирает мои недостатки. I was very big ignorant. Невежество. But he removed my. И Гурудев, да, он убирает вот это мое невежество, отсутствие знания какого-то, неправильное понятие. Это как раз Гурудев делает. And he gives the realization, Gyana Jana, Shalakya. Шалакья. Он дает духовное видение, да? Гурудев дает. Реализация. You give me everything, and how I will do this? Because without you, I don't want to lose everything. Как я могу уйти, you да? You are the real navigator. Как я могу уйти от тебя, если ты даешь мне все, даешь это духовное видение, реализации, показываешь путь, ты мне нужен всегда, ты для меня настоящий навигатор, я не могу уйти. И как я буду жить без тебя, как я останусь один? So navigator is higher, a goal is higher. Gold become navigator. Krishna says, I come to navigate you in the form of Guru, but at the same time I am the Guru. Кришна говорит, что я снисхожу, да, в виде гуру, чтобы вести тебя, но в то же время я сам являюсь целью. Yeah. Both are important. Оба важны. Yeah. Very deep explanation. Thank you very much. All Guru Kripa. Это все по милости Гуру. Я сказал очень хорошее объяснение. You see, you start from Jesus. Then Jesus send you to Prabhupada. Prabhupada send you to Narayan Maharaj. Narayan Maharaj send you to me.
is all one extension. We are extension of the Nityananda. We are the extension of the Guru Tattva. We are nothing. We are a small servant to serve Nitai. We are nothing. We are nothing. Видите? Shakti moves. Nitai Shakti moves in our life. Nitai. Мы все продолжение Гуру Парампары, как ты, и не знаю, я или все мы, пришли сюда. Сначала ты или мы, вы. Сначала вы пришли к Иисусу Христу. Иисус Христос привел вас к Прабхупаде. Прабхупада привел вас к Нараяне Махараджи. Нараяна Махараджи привел ко мне. А я, соответственно, веду также дальше по Гуру Парампаре Кришне и Кратхи. Да? То есть мы все продолжения, надо увидеть, что это один процесс, хоть разные имена, но по сути мы все продолжения Гуру Парампары, и мы все потихонечку идем все равно туда. То есть вся жизнь — это движение на самом деле, и нужно это осознавать, что это длительный процесс. So who's doing? What is my guru? He expand to help now also. He is expand every time to me. Believe this. Guru Nishtha is this. Guru is always with you, my guru. Нужно вот это Guru Nishtha. Это что такое Guru Nishtha? Это искренняя вера настоящая, что Guru всегда со мной. Да, и то, что происходит вокруг, это продолжение Guru, то есть его помощь, его поддержка в разных обстоятельствах. И нужно видеть это, верить в это, и это есть Гуру Ништха. This is Nishtha, not faith. Nishtha is firm faith. Это Ништха, не просто вера, да? Ништха — это сильная вера, а не просто вера. Сильная вера. Where the realization comes, that is the moment of it's the moment of what? Our beginning of the life is spiritual life. И когда мы вот это осознаем, у нас как бы наша жизнь, она приобретет смысл, да? Появится эта реализация, и мы поймем, зачем мы живем, цель. Так что нужна Гуру Ништха сильная. Sorry, one subject takes so long time. I'm a crazy man. Извините, что так долго объяснял. No, we like it. It's a great explanation. You are crazy in love, Gurudev. And for us, it's the most pressure from you to take these feelings of the lover. This is all Acharya's teaching, I share. You know, I not say my words, their words I am sharing. I am not qualified, I am uneducated and foolish person. I am nothing. Their inspiration, their mercy, I share with you because we are all brother and sister for one goal. Говинда Махини поблагодарила. There is no senior. There is no senior and junior. All are one day pupils. One day. So how we are senior and junior? We are all brothers. Love your neighbor. My dear sir, love your neighbor. Love it. Мы все братья и сестры. А можно я скажу? Просто, ну, Гурудев, он говорит про то, что, ну, его настроение — это что нет старших и младших. А почему он так говорит? Потому что между Манджари
духовном мире, они старше друг друга всего на один день. Поэтому это вот особенность настроения Гурудева, что он, ну, не делит на старших и младших, потому что он всегда в этом сознании Манджари, а Манджари старше друг друга всего лишь на один день. Он говорит, ну это ничего. Вот, что мы здесь все братья и сестры, все ради одной цели, да, ради Рададаси. И я, ну, сказала, Гурудев говорит, простите, я как сумасшедший тут на один вопрос два часа отвечал. Я говорю, вы, ну, как бы, да, crazy in love, сумасшедшие в своей любви, и для нас это самое ценное, вот эти чувства. Их как бы нигде не найти. В книгах ты не получишь живых чувств, поэтому нам это очень ценно. Вот, он сказал, нет, я вообще ничего не знаю. Это вот мой Гурудев и Гуру Парампара, они меня вдохновляют хоть что-то говорить, потому что сам я как бы ничего не знаю. Да, и он три раза повторил, что нет старших и младших, да, то есть надо помнить, что мы не старшие какие-то, младшие, а мы все братья и сестры. Они не стыкаются. Да, не ачарья, что говорю. Если ты, пожалуйста. Gurudev, Radha Radha. Thank you very much. Always anxiously waiting for Saturday. And I'm waiting for you to start that. Thanks. Спасибо большое, Гурудев. Мы с нетерпением ждем субботы всегда. Очень рады зумам. А Гурудев говорит, и я жду тоже вас на зуму. I want to introduce today one my friend. Хочу познакомить с другом с одним. He talks Russian also. He comes from Estonia. Из Эстонии. One of the top actors. Ганешвар Прабу, джай! Welcome to Vrindavan. Топ-эк, как это актер, да? You see, he's sitting and so gentleman, you cannot believe this. Здравствуйте! О, здравствуйте! Здравствуйте, рады-рады! Рады-рады! Здравствуйте! Очень рад вас видеть. По-русски? Мы рады. Очень... Джай Шри Раде. Рада, я был раньше тоже с вами несколько раз. И у вас очень хорошие вопросы и очень хорошо. Я русский забыл уже, давно не говорил. Мы все понимаем, все поняли. Отлично. Да, да. Вот. Я слышал, что Дамодар. Да. Да, да, я здесь. А, ты там. Я здесь. Рады, рады. Гурудев сказал, что мы должны... встретиться, потому что, может быть, вы можете что-то такого писать, что я могу, может быть, поставить на сцену, потому что у меня есть театр в Эстонии. Да, да. А мы... У меня есть... ваш номер и вот это WhatsApp я буду писать там и тогда мы можем поговорить об этом. Да, буду ждать вас. Вот. Ради. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. И тогда, вас переводили или переводили в английский язык тоже или только по-русски? Еще нет, не переводили. Готовится к переводу, произведение готовится к переводу, и Северная Америка, если бы не закрыли бы, если
не случилась бы эта ситуация, то, возможно, уже мы бы сейчас играли в Северной Америке, имеется в виду, там есть группа заинтересованных людей, да. Ясно, интересно. А сейчас мы странствуем, у нас коллектив расширяется, и в Европе у нас порядка 26 городов и организаторы, соответственно. То есть большой объем. Вау. Ясно. Да, надо списаться, и я чувствую, что нам есть о чем поговорить. По-русски? Да. Да. Вот, спасибо вам большое. Я очень рад вас видеть всем. Рады. Я тоже очень-очень рад. Очень ждал встречи с вами и очень рад знакомству. Рады. Я контактируюсь с вами. Хорошо. Буду ждать. Рады. No. I will translate, or you can say it in English. So how would you like for others, like a little bit about the talks they talked to? Others want to know, right? So they talked that there was an offer to Damodar Prabhu. He is a Russian devotee who is writing plays, as far as I understand. He was offered the help, so to put some, because there is a theater, and they were talking about some future actions together to put the play. And Damodar Prabhu said that he already is in contact with 20 different cities to show some place, some art. And they want to contact in WhatsApp, and they will discuss the plans. How to make it together, because he's an actor and that is screenwriter, right? So two people that are connected, and they will discuss it in WhatsApp for future plans, how to progress in their endeavors that they have right now. And they will continue together in private correspondence. Very good, I'm happy. Say to him, Damodar Prabhu. I'm very happy. Gurudev, очень счастлив. Да, очень счастлив. Talk together. Да, преданным нужно вместе объединяться. Money is not a goal. Деньги не цель. Create the service in your acting and writing that people realize some love and feeling and develop their spiritual consciousness. Вот это вот служение должно быть. Должно быть служение в том, что вы сочиняете там, создаете сценарий, да, или что. То есть это нужно как бы поставить целью развить эту любовь у людей, увеличить чувства, и это и приведет к служению. Я очень рад, когда преданные объединяются и следуют этому служению вместе, исследуют эту цель, ведя других к этой цели. 5 minutes time I will take more. Еще 5 минут. Ананта Бабаджи write one book. Ананта Дасбабаджи написал одну книгу. That book name is Rasadarshan. 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 Writer write the story. Writer write the story. Писатель пишет историю. Writer writing the story. Писатель пишет историю. How is the story? It depends upon the actor, how he acts. Но как эта история будет изложена, зависит от актера, да? Как актер ее изобразит, эту историю. And a story based on director.
how he directed the story. И история была про режиссера, как он это все создавал. But actor is for us, actor is important that how viewer are realizing and be happy with this story. Но очень важно и да, то есть вот это актерское мастерство, да, история сама по себе может быть прекрасна, но важно еще, как эту историю изобразит актер, как он это покажет и как он донесет это другим людям, зрителям. Да. Да. Манджери. Who is the actor? Radha and Krishna is the actor. А, Манджери, а кто актер? Кто актеры? Радха и Кришна, они актеры. And who is viewer? Манджери or the viewer? А кто зритель? Манджери зрителя. And this is the seventh mellow of Rasa Darsan. Who is the viewer? When he appreciates, then the actor is appreciated, and then writer is appreciated. It all depends upon the viewer, how he appreciates the acting of the actor. Да, чтобы донести вот эту историю, которая создана, во-первых, зрители должны ее понять, правильно увидеть, да, а что помогает правильно увидеть? Это актерское мастерство, это игра, как актер это изобразил. И когда актер изобразил правильно и показал то, что хотел объяснить и показать этот писатель, да, тогда и писатель уже достиг своей цели, потому что зрители увидели так, как он хотел написать. That is seventh prashad. Это седьмой прашад. Means prashad means the effort. Effort. Fourth prasad is dharma, artha, kama, moksha. Is the fourth prasad. Dharma, artha, kama, moksha. You understand? Da, religious principle, dharma, religious principle, karma, artha, money, kama, mana, desire of the sense of enjoyment, желание, да, liberation. Освобождение. Мокша. Мокша. But the Pancham Pursa, that's the есть пятое. Это према. Sixth Purushad. Шестая Purushad. Is your Sarup Purushad. Сваруп Purushad. When you come in your sarup, it's your sixth prasad. И когда вы входите в сварупу, в сиддхадеху, да, это шестая прашад. And seventh there, when you understand heroine and hero, and you love your heroine, a hero, somebody like hero, somebody like heroine, somebody like the valley and somebody like something. But if I love to my heroine and I appreciate her acting and I want to be mad for this acting, that is the seventh prashad. That is the madness of the Manjari power. The seventh prashad. А седьмая прашад – это когда вы видите игру актеров, вы сопереживаете, сочувствуете, вам нравится, вы любите, вы наслаждаетесь все это вместе, как Манджари Бхава, и вы как бы ну, входите полностью в эту сцену, в эту игру. How the viewer are relishing. А как зритель наслаждается? Да, то есть зритель как наслаждается, это и есть сиддхадеха, потому что Манджари — это I will give him book in the Rasa Darshan in English and to read him, to acting like that.
А, вау. То есть я дала ему как раз вот эту книгу Раса Дарша на английском, чтобы он почитал и чтобы он, ну, как бы понял, как чтобы это помогло ему играть, чтобы это развивало чувства. He make match to the person when he acting. Человек с ума сходит, да, когда он играет. То есть надо так сыграть, чтобы прям с ума свести. Because I always inspired him to do this way. Rasa Darshan. Rasa Darshan. And Prem Purushart. He's working in the love, giving love to cry, to make Estonia to cry. It's very difficult. In Russian, crying is a very difficult thing. No feelings out there. Russian. Настолько хорошо он играет, такой замечательный актер, что люди плачут. Their second language is Russian. They are your neighbor. You know? Yes. So feeling is important. They are feeling. Radharani is important. Радхарани важна, чувства важны. И он так играет, что люди прям так расчувствуются, что они прям плакать начинают. Столько эмоций захлестывает. И я вот хочу, чтобы он также продолжал и развивал вот это вот чувственная такая игра, эмоциональная, чтобы человек полностью погружался в это настроение и прям вот, чтобы с ума люди сходили до слез. Вот так. Learn from Japanese. You see, they have a great feeling, humbleness, respect. They have Japanese great feeling. They're growing very fast. I'm telling you. Yeah. I'm telling you very experience. I was the first time in 16 there, and how many years? 4 or 5 years. They do what not you can do in 10 years, 15 years. You block without feeling. Feeling is the important thing. Чувства очень важны. И говорит, посмотрите на японцев, замечательная нация. Японцы такие, они скромные, но в то же время у них так, ну, у них столько чувств, столько эмоций. Они за 4-5 лет, такой прогресс у них, что вы, говорит, за 10 лет ни такого не добьетесь. Вот, чувства. And too much philosophy more block you feeling. А слишком много философии вот этих знаний, они блокируют эти чувства. And nobody talk about Radha, more blockage. И перестают говорить о Радхе потом, и еще больше блокировка идет такая. Препятствие. Stop listening philosophy. Try to be in feeling in the spiritual life. I say you one thing. Such living in the feeling is the spiritual life, and living it without feeling is like a box. No feeling. Перестаньте углубляться в эти знания, я вам говорю. Погружайтесь в чувства, да, то есть чувства, они и приводят. Это и есть духовная жизнь, это наши чувства. А если жить без чувств и что-то там делать, читать, там обсуждать, то вы становитесь такой вот этой материальной вещью, как коробка какая-то, вот он показал. То есть там нет чувств, нужны чувства, это и есть духовная жизнь, а не просто сухие знания какие-то. Maybe I also went to Estonia 7-8 times. I love Estonia, but they are blocked. No feelings, but Russian power is controlling. Russians are controlling from overseas. Across the border. Он говорит, я был в Эстонии уже 6 или 7 раз. Please come out from the blockage in Phoenix. We're trying. That's why we're in Zooms, because we need your help to get out. It is Russians. Yes, I agree. Russians are not very openly emotional. It's culture. We are more reserved. It is. It's language, culture. It's mentality and we're trying. We're doing our best. One day I see one is YouTube or something. One Japanese crossed the road.
one Japanese lady crossed the road. Mm-hmm. And when she crossed, then she do three times. Like this, to road. And she's looking this side and this side, there is no car, there is no person, there is no one. But she's doing like this. Three times. I asked one Japanese, what they are doing? They are giving respect to the road that if you make hard to cross like this. You see that? Amazing. 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 Пожилая женщина, I will translate this part. То есть историю рассказать про японцев, да? Почему японцы такие вот смиренные, то есть они скромные, и в то же время у них есть чувства. Я видел один раз, я видел сам, как японская женщина, пожилая японка, собиралась пересекать дорогу, просто переходить через дорогу, и она три раза поклонилась. И я так удивился и говорю, а кому она кланяется? Там как бы, ну, ни людей, ничего нет. А зачем она кланяется? Fortunately, Japanese devotees are there. I said, what they are doing? Why they do this way? There is no car, there is no person, there are not anyone to whom he is doing. Mm-hmm. Ну вот я еще раз я спросил, так кому же не кланяться? Там ни машин, ни людей нет, никого нет, просто бабушка переходит дорогу пустую. Я не понимаю, кому она кланяется? А там были преданные. That I cross the safe way. Thank to the road, he make me to cross safe way. Thank to the vehicles, they give me the chance to safe way to cross. They are giving thanks to all these things. Oh my God! Amazing. Ей объяснили ему, что она благодарит Бога за то, что она безопасно, благополучно перешла дорогу, она благодарит других, и она благодарит Бога за то, что она смогла пересечь эту дорогу, что она в безопасности, что она осталась жива. Я сказала, что удивительно. We have to learn good things from anywhere, right? Надо учиться от них.